Мне всегда было очень жалко таких людей, вот именно с таким мнением. Простите, пожалуйста, но в смысле все лучшее детям? С каких пор? Вот они вырастут, и все, что они сами себе захотят, пожалуйста, добивайтесь этого сами. Почему я должна свои нервы тратить на каких-то личинусов? Я родила, я сделала свое дело. Все. Я молодая, несмотря на то, что у меня есть ребенок. Она уже достаточно взрослая. 5 лет, она не грудной ребенок. Я имею право гулять, бухать, тусить, употреблять, делать в принципе все, что угодно. У нее есть бабушка, у нее есть отец, который тоже может за ней присмотреть. Вот и все. Даже если я уйду в запой или уеду в Дубай на несколько месяцев, она не будет плакать. Она знает, что я вернусь. Вам желаю того же. Спасибо. Всем привет. Не знаю просто, как лично вам, меня дико раздражают бабы, которые жрут на камеру. Причем не едят, а жрут, вот чавкая как-то противно. Знаете, я, может быть, чего-то не понимаю, но я не спорю, знаете, 5 лет — это тот возраст, когда ребенок уже должен как-то сепарироваться от родителей, там, кушать сам, одеваться сам, сам себя обслуживать, ухаживать за собой. Но не в том плане, знаете, потом пошел пожрать себе, пардон, приготовил, а в том плане, что как-то, ну, какую-то независимость иметь. Но когда ты бросаешь ребенка там на несколько месяцев, когда ты вкусный кусок себе оставляешь, а не ребенку, это наводит на странные мысли.